Всем привет, дорогие друзья, с вами Зелел, и сегодня мы с вами наконец-то можем поиграть в Battlefield 4. Наконец-то вышла бета, можем оценить, что да как. Так, customizable, закрыто, хорошо. Давайте посмотрим, какое у нас тут оружие предлагается. АК-12 видим. Так, ага, я понял. О, можно вращать, да, в третьей-то такого не было. Правда, дуло какое-то заваренное. Мне кажется. Ладно, фак, понятно, фак. Кобра, какие у нас тут есть? Айрон. Да блин, мне вот эти мешают, всякие подсказки, я понял. Я хочу оружие настроить, а мне не дают. Какой тут еще есть? Койот. Нет, к сожалению, пока заблокирую. Мне вот по стандарту нравится всегда. Лазер. Ну пусть будет. Стандартный ствол. Конечно. Быстрее бы это открыть, но как-то вот все пока что закрыто. Рукоятку мы, наверное, возьмем, чтобы, по крайней мере, точность немножко повысилась у нас. К сожалению, раскраски никакой нет. Ладно. О, нифига себе у нас китайский танк. Неплохой. Как я заметил, тут русских нету, или... Я, между прочим, напоминаю, что это первый мой бой. Видим то, что китайцы и американцы. Русских пока нет. АК-12. А М-16... А-3-то, походу, уже вырезали, да? Ну-ка. Сейчас. Да, нифига нету. Или это все-таки бета, потому что она... Ну, она 5 гигов весит. Возможно, что в полной там уже... будет все доступно. Ну, в общем, посмотрим, ребят. АК-12. Ну ладно, давайте берем. Сейчас будет геймплей такой крутой. Сейчас что? Кам-кам буду делать, наверное. Окей, деплой. Отлично. Так, ну, FPS, в принципе, нормально держит. Конечно, скачет FPS, но... Опа. Первый готов. Отлично. Правда, опа. Так. Как клещ. Ага, Z. Отлично, нормально. Нифига себе, да тут реальная война, ребят. Так, наши. Мои друзья китайцы. Надо аккуратней быть. Американцы могут нас спокойненько завалить. Хотя мы можем подавить их количеством, так что все нормально. Ребят, вот, опа, снайперки тут еще работают, да? Да, работают, ладно. В принципе, все время на одном месте нельзя находиться, так что давайте. Так, я думал, аптечка. Что это такое? Это аптечка? Да, мини-аптечка, я бы сказал. О, наш танк! Так, другое дело, причем в моей команде чел-то. Давайте-ка подойдем к нему. Не занимайте место, не занимайте! Ай, ублюдок хочет занять. Нет. Ай, занял все-таки. Ладно. Дойдем лучше. Всякий случай. Блин, как он ими профессионально шмаляет. Ой. Там. А-а-а. Там танк. Не знаю, конечно, я... О-о-о, я кого-то даже попал. Тихо. По-нубацки, но попадаю все-таки. Если честно, уже видно, что различий мало. То есть, как было, третье практически так и осталось. Ну, конечно, оружие теперь... О-о-о, какой у нас там друг. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, смогу ли я взорвать эту хреновину? Куда побежал? Тихо, есть, готов. Отлично, сколько у нас там киллов уже? Аж 2 килла наработал, обалдеть. Ну, в танке, конечно, каждый сможет понубить. Этот у нас самоубийца, куда-то туда побежал. Удачи тебе, парень, и тебе тоже. Я лучше, конечно, в танке останусь. Так, а что у нас сзади? Давайте посмотрим. Нет, сзади ничего. Что могут С4 нам спокойненько наклеить.
Как мы видим... так, это наш танк. Чувак, как бы надо ехать? Ладно, он едет. Опа, 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 опа. Какой хороший-то. Какая хорошая цель. Но, правда, я не смог его убить. Но, по крайней мере, очки свои получил. Вот да, ух ты! Десантники, парашютисты. Видите? Как они там вверху-то заняли позиции. Ну ничего, мы можем же еще так вот делать. Тихо-тихо-тихо. Блин, плохо. Не смог я так. Ой, нас взорвали. К сожалению, что-то не увидел, увлекся слишком. Давайте сюда. По крайней мере, наши есть. М320, да. Лучше бы его вырезали, если честно. Опа, саппорт. Что у него есть? Это что такое еще? Ого! Что это за штука такая? Надо проверить бы. ДМР. Ну, шотганы вообще не изменились. Как были, так и остались. Ай, мой дорогой друг. Нет, ладно. Пока что выберем медика. Позже поиграем за этих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, другу помог. Моему китайскому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, надо аптечку кинуть. Вот аптечки тут... Такое дело. Ладно, побежали. Лучше не останавливаться. Ой-ой-ой-ой-ой, как плохо. Сзади нас убили. Ай, и опять убили. Ай. Ладно, сейчас-то ревнуться нельзя. А я хотел бы за снайпера бы поиграть. Давайте посмотрим, что у нас тут предлагают. 6x. Сошки. Ладно, сойдет для меня. Так, бэк. Бэк. Нет, точно уже тут не будем мы. Так, за инженера, что ли, попробовать? Или за саппорта? Да, пулемет, конечно, тут классный уже дается сразу. Так, готов. Вот это что за штука, мне интересно. Давайте как-нибудь... как бы, знаете, похоже на инфракрасную такую штуку. Что она делает? Ух ты, нифига себе. Да, неплохая штука. Все-таки. Чувак, чем ты там занимаешься? Стекла выбивает. Нормальное, хорошее дело. Опа. Так. О-о-о. Ну что ж, вы сразу-то с икуны куда ушли-то, а? С расстояния тут хорошо теперь мочить всяких ублюдков. Нам бы занять, конечно, снайперскую позицию, но... Ой. Куда ты бежишь-то? Э-э, как я не попал? Да, мне помогли. Ладно, погнали. Да, этой штуковиной все равно можно убить. Так, где мои патрончики? 5 мини-патроны нам дают. А что он не подбирает, чувак? Ты смотри. Походу, антинубская система работает. Видите, 0 патронов. Не могу, к сожалению, я. Опа-опа-опа. Кто-то здесь или наверху? Да, наверху, походу. Давайте обследуем это место. Блин, ну, конечно, разрушение тут, да. Видите, какая-то вот... Какой-то потолок непонятно какой. Вот видите, как хорошо разрушается-то, а? Это, конечно, не классно сделали. Так, по-любому американцы пойдут с этого хода. Как бы обогнуть нас захотят. Так, ну пулемет, конечно, ты не сможешь перестрелять, мой друг. Ух ты. Вот тут проблемы с пингом.
Ну что сказать, конечно, на высоких настройках не лагает. То есть на ультра я, правда, не проверял, но... Ой, а как меня убили? Ха. Круто. Ладно, еще и заперся. Возьмем снайперка. Снайперку, точнее, возьмем. Снайперка. Вау, тут даже камеру показывают. Вот это круто они придумали. Так, отлично. Давайте попробуем действительно кого-то убить со снайперки. Потому что... О! Блин. Тихо. Давайте вот так понаблюдаем, что ли. Конечно, я их испугал этим выстрелом. Надо было все-таки так кардинально прицелиться. Ай, я думал, он побежит. Ай, мы могли уже два раза его убить, но не смогли. Так, следующие мои дорогие. Ай. За снайпера все-таки у меня как-то плохо. Ассист. Ну, спасибо, но это все-таки не то. Приятно, когда ты сам сможешь хэд пробить, да, чуваку, а не киллассисты там набирать. Нахрен они нужны кому-то. Так, здание мы, походу, уже заняли. Верхушку. Это хорошо. Так, куда там стреляют? Ну что? О, ну блин, вот почему я перезаряжаюсь, когда... Именно противники идут, а? Так, ну блин, я нубло еще тот. Вертушечка. О, дорогие мои. Ай, блин. Да что ж такое-то будешь делать, а? Нет, слушайте, я не могу. Не могу его убить, к сожалению. Ай, только пистолет, только хардкор. Сзади, ну как крысы, спасибо большое. Ты. Нет, все-таки снайпер не мой класс, я это знаю. И лучше давайте не будем. Саппорт. В принципе, неплохой. Инженер, давайте посмотрим, что у него. Такая вот неплохая пукалка. Ага, пистолетик. Нормально. Ладно, пойдет. Давайте за инжа попробуем. Так, вперед, команда. О, ну блин, вот сейчас бы, конечно, пригодился снайпер. Ну как вот я так хреново, а? У меня получается. Ой, блин, какая хорошая. Давайте нубить с гранатомета, с РПГ. Ага. Блин. Как плохо получается, да? Оп, попал. Сейчас тоже должен попасть. Чуть-чуть ниже и уже все, видели? Так, патроны, мне бы патроны, ребята. О, тут все снайперы, понятно. Хорошо, тогда мы можем как-нибудь... Ага, о, наш тут раздает патроны, отлично. Отлично, отлично, отлично. Для гранатомета у нас... О, все. Не понимаю, почему, но патроны не берутся для гранатомета. Понятное дело, что вот с этой маленькой фигни, конечно, не будут браться. Но все же. Ну, в общем, первый бой мы хорошо сыграли. То есть, сколько я там убил, давайте посмотрим. Пятерых убил, четыре раза погиб, да. Что сказать, полное нубло я. Но... Это только начало, так что надо потренироваться. Так что все нормально. Угу. Опыта, в принципе, прилично мы получили. Давайте скипнем. Ну, не на последнем месте. То есть на 15-м. Да, ну. Видим то, что люди тут все равно не такие профессионалы. Хотя я вот вижу в другой команде... 19 к 6. И 15 к 5 тоже неплохой. 3 к 1 КД. Да, а у нас тут какие-то вот люди такие. Не очень продвинутые. Ну что делать? В принципе,
учиться и еще раз учиться, как говорится.